Максим, да, здравствуйте. Здравствуйте. Хотим взять у вас интервью. Берите. Про белорусскую парусную неделю, чтобы вы рассказали, кто вы такой и что здесь делаете. Ну, год назад, чуть больше, благодаря в том числе и Simple Sail, мы сделали первую белорусскую яхтенную неделю. После чего стало понятно, что граждане Беларуси очень хотят учиться яхтингу. Из этого вылезла у нас школа. Слово нехорошее. Не важно. Не важно. Наши зрители поймут, они еще не такие слова знают. Вылезла школа, и в мае месяце была вторая белорусская яхтенная неделя в Хорватии. И сейчас третья опять у нас в Будве. В Черногории. В Черногории вместе с Simple Sail. Ура! Ура! А как ваша компания называется? International Yacht Center. Круто. Прямо из Беларуси? Прямо из Беларуси. Из центра, из Минска? Из центра, из Минска. Из сердца? Из сердца. Беларуси. Если вы увидите наш офис, школу в Минске, я думаю, вы обзавидуетесь. Реально в странах Европы практически я такого не видел. Действительно, все очень круто. То есть ты приглашаешь всех идти учиться к вам? Конечно. Даже если они не белорус? В том числе. Вот. У нас программа разделена на две части. Там люди проходят первую часть. То есть далеко ездить не надо. Теоретическую? Не только теоретическую, практическую. Ага. На плату 25. Супер. Да. Ну, потом уже приезжают сюда и на новеньких лодках Бенито Океанис они проходят морскую практику. Морскую практику. А инструктора у вас опытные? Инструктора все сертифицированные инструктора IWAT. IWAT. Ну, что? Не важно. Порежешь. Кто знает, тот поймет. Кто знает, тот поймет. Это правда. Ну все, спасибо вам, Максим. Вам спасибо. Вам спасибо.